Сотрудники регионального управления ФСБ России совместно с полицейскими и росгвардейцами провели рейды в тепличных хозяйствах Лавлинского района. Основная цель – проверка соблюдения иностранными гражданами миграционного и трудового законодательства Российской Федерации. По итогам проведенных мероприятий проверен 351 гражданин Центральноафриканской Республики. Осуществлено их дактилоскопирование. Составлено 22 протокола об административных правонарушениях. Кроме того, выявлены 3 гражданина Республики Узбекистан, находящихся на территории России незаконно. Им назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы страны и закрытием въезда в Россию сроком на 5 лет. Стражи порядка проводят дальнейшие проверки с целью выявления подобных нарушений. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы управления ФСБ России по Волгоградской области.